Кино на ТВ Рус. Я предлагаю сыграть в незамысловатую игру «Если бы я тебя любила». Давай, начинай. Если бы я тебя любила, я бы чувствовала себя самой счастливой. Я думаю, что мы видимся первый и последний раз. Ну что ж ты колючая такая, как еж? Открой дверь, я сейчас выпрыгну на ходу. Слышишь, ну извини, вчера ты так говорила про любовь, а сегодня гавкаешь, как бобик. А ну пошел вон отсюда! Нам бы мужичка подыскать. Да не получается мне ничего с мужчинами. Ну, у тебя хоть кто-нибудь на примете есть? Я ничего не боюсь. У меня есть хороший тост. Опять ты! Нажрала вчера, как слепая лошадь. Тебе-то какое дело? Давай, давай. Да я не умею водить машину. Аккуратненько. Нет, я не умею. Я еду! Скажите, а вы его правда любите? Я жить без него не могу. Ты поняла? Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева в фильме «Если бы я тебя любил». В воскресенье на ТВ Рус.